Скоро часы пробьют полночь, а значит, пора открывать праздничную программу. В ней есть все, от зажигательных танцев до сказочных представлений. Но перед этим, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, важно вспомнить ряд простых правил. Запрещено нахождение в состоянии алкогольного опьянения при проведении массовых мероприятий, иметь с собой холодное и огнестрельное оружие, даже имитация этих предметов. Отдельная тема – пиротехника. Краски в небе покорят любое сердце, но нужно быть осторожными. Бенгальские огни, хлопушки, фонтаны холодного огня можно использовать дома. А вот остальную праздничную атрибутику оставьте для улицы. Если вы запускаете пиротехнические изделия уже других классов, более масштабные, на улице, надо также помнить, что нужно полностью отдавать себе отчет, быть уверенным, то, что вы справитесь с данной пиротехникой, прочитать инструкцию, не покупать из-под полы, прочно установить на земле, на полу, где это будет происходить. Так куда же сходить? Записывайте. Основное действие горожан ждет с 31 на 1 у главной елки. Топы музыкальных чартов будут звучать до 3 ночи. Затем с часа дня детская игровая часть. А с 19.00 ответственность за настроение берет радио «Зефир ФМ». С понедельника по четверг с 10 утра для малышей игры на площади Ленина. А после до самого вечера здесь не будет стихотворения. Музыка для всех гостей. 7 и 8 января в 13 часов мальчики и девочки смогут поучаствовать в конкурсах и квестах. Уже в 18.00 зазвучат хиты 2021-го. Театр драмы и комедии приглашает зрителей на новогодний спектакль «Золушка» по мотивам произведения Шарля Перро. Музыкальную сказку можно увидеть вплоть до 9 января. Цена билета от 5 до 8 рублей. Дворец искусств не остается в стороне. 1 января до 3 часов тут будет концерт. 5 числа в полдень горожанам покажут игровую программу, а 2, 7 и 8 маленькие бобруйчане увидят новогодние приключения Аладдина. В пятницу в 7 микрорайоне пройдет интерактив для молодежи. И еще 2 недели на ледовой арене жителей ждут массовые катания с костюмированными героями. С таким расписанием не придется самому строить планы на вечер. Доверьте свое настроение организаторам праздничных гуляний. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.